Иду я, значит, тут гуляю, гуляю. И идет какая-то дама. Встреча. Заблудились, блин. Привет. Называется она. Вот так вот. Короче, если сейчас будет весело. Да? О, да. Сегодня у нас в гостях Наталья Стрельникова, самая скандальная участница реалити-шоу «Пацанки». Наталья, как ваши дела? А, ну я же лидер. Хорошо, спасибо. Дорогие друзья, нет, я не запугала Наталью, она просто растерялась от такого шокического момента. Шокирующего, боже мой. Да, шокирующего, шокического. Мы тут подсматриваем, короче говоря, за рыбками подсматривали, увидели здесь наверху вот таких вот товарищей, которые висят не с головами. И, короче говоря, в общем, мы с Катюхой решили, что у них стресс. У них просто стресс. В общем, ребята тут нас подошли, короче говоря, ребята и узнали. И сегодня, раз уж у нас такой, короче говоря, день, мы творим сегодня добро. Ребята тоже нас узнали, держите вам шоколадки. Спасибо. Вот, раз, два. Вот так вот, мы дарим, фу, блин. Короче, мы дарим людям счастье. Так, ребят, в общем, да, встретили, представляете, нас узнали, короче, тоже тюменские, тоже тюменские. Спасибо большое. Дарим людям счастье.